Всем здорово. Нахожусь на пляже в Старосемейкино. Последний пляж остался снять на камеру. Ну, в моем списке. Уже народу почти уже нет, никого. Все уже съехали, уже сентябрь. Но тем не менее, еще все-таки чуть-чуть можно искупаться. Родители, кстати, не знают, что я здесь. Они здесь, там, в Семейкино, но они не знают, что я приехал. Вот будет сюрприз. Вот здесь обычно много народа. Кстати говоря, в истории лет 10 назад тут сторож утонул. И прям я с дедушкой приезжаю на пляж. Думаю, мы сейчас искупаемся. А нет, менты, короче. И вынимают труп. Все валят на алкоголь. Но я не думаю, что все дело в этом. А он катит. А он, кстати говоря, что нового, вон в той стороне тоже сделали пляж. Обычно на той делают, но на противоположной. А это сделали в стороне. Я только сейчас это заметил. Вон в той стороне. Ну, теперь на дно. А, ну еще я забыл сказать, что он с той стороны камень. Вот даже сейчас я даже, наверное, сейчас наступлю на него. А родаки тем временем копают там у себя на участке. И знать не знаю, что я сюда приехал. Нет, ну ладно, камня не нашел, но... А, вот. Нет. Давайте еще раз на камыши. Вон в той стороне тоже много пляжей. Есть там дальше каменный пляж еще. Но с электрички просто сюда проще добраться, чем туда. Папа очень любит, кстати, заплывать на середину реки, но мы этого делать не будем, но очень любит. Как всегда, все самое интересное я пропускаю. Тот самолет летает очень часто, он на Курумыч, но сейчас ни одного нет, один пролетел. А камера у меня, как назло, была выключена в тот момент. Ой, тут течение. Тут обычно, когда много народу, течения вообще нет. Тут прямо сносит меня, прям. Наверное, потому что далеко заплыл. Ну все. Возвращаюсь. А вы пока на деревья посмотрите. Вот, кстати говоря, он там обычно там за кустами устраивают пьянки. Шашлык жарят. Я когда шел, люди костер делали. Вон там он за теми кустами. За теми он кустами. Кстати говоря, родаки часто говорили, да нам некогда, давай вылази из этого пляжа, нам пора ехать на участок копать.
еще раз. Посмотрим еще раз. На дно. А, вот такое вот дно. Одна грязь. Что нам говорит, что осень, все. Уже пора переставать купаться. Пришло время ехать за грибами. Но за грибами это не на пляж. Это не так просто сделать. Мать с отцом пытались в том году. Ни хера ничего не получилось. Такой вот он пляж Старосемейкино. Все, на этом купальный сезон для меня завершен. Пока!